Жизнь сироты с пеленок до сегодняшнего дня. События книги «Яса не я». В Павлодаре собрались общественники, приемные родители и почитатели этого произведения, чтобы встретиться с автором и главным героем истории. Наша съемочная группа также побывала на встрече. Сания Испергенова – создатель и центральный персонаж книги в одном лице. Она выпускница Московского детского дома, которая решилась поведать свою непростую историю. Создание произведения началось около 10 лет назад. В 2014 году я встретилась с писателем Дианой Машковой. Она предложила написать книгу. Книгу мы написали спустя 5 лет, потому что мне нужно было проработать всю свою жизнь. От самых пеленок до сегодняшнего дня. Мы записывали все на диктофон. И дальше она с этим материалом работали. Также мы с ней ездили потом к ней в Крым в гости. Я рисовала, она дописывала книжку. Книгу дописали, и теперь Сания встретилась со своими читателями, у которых было много вопросов. Все потому, что среди участников встречи были приемные родители, которые благодаря этому произведению смогли понять своих детей. Ну, в основном у меня была цель донести до приемных родителей, потому что я понимаю, что детские дома нужно закрывать, и... Ну, прямо говорю, что их надо закрывать, и что дети должны расти в семье, и чтобы взрослым, которые рождены совершенно с другими эмоциями, они никогда не поймут детей. То есть они могут понять психологию, но вот внутренний мир, что подумает ребенок, они навряд ли. Поэтому я решила, что им нужно рассказать другой взгляд изнутри, как от лица ребенка. Поделившись своей историей, автор заставила всех взглянуть на тему сиротства под новым углом, а также своим примером дала надежду на светлое будущее выпускникам детских домов. Анастасия Ерш, Айбек Газиз, Ертыс Акпарат.